シグマ066培養プログラム正常終了覚醒プログラム起動します覚醒プログラム終了ハッチをオープンしますシグマ 起きなさい、シグマ。誰だやっと目が覚めたよねシグマゼロ六六。シグマゼロ六六だって。あなたの開発コードでしょシグマゼロ六六。私はラムダゼロ五二。 ラムダでいいわ。 Ребят, всем привет, с вами Аня И интересные новости. Лангрессор начинает праздновать два года игры. В Китае, конечно же. Нам до этих двух лет еще полгода, как обычно, с отставанием. Но, тем не менее... Анонсировали версию Ангриссера 3.0, анонсировали много-много всяких интересных вещей, в том числе и ролик, который я вставила в начало этого видосика. Давайте разберем все по порядку. Игре уже два года, у меня тут не все прогружается, потому что это китайский сайт, но ничего не поделаешь. Во-первых, показывают красивые видеоролики с продолжением сюжета. Потом разработчики резко пообещали нам сразу 10 новых типов войск и еще 10 новых типов войсковых бонусов. То есть, видимо, на каждую закладку по 2 как типа войск, так и типа бонусов. Обещают при этом, что в будущем типы бонусов, то есть там очередные плюс 20% атаки, например, на следующей закладке, в будущем типов бонусов больше не будет. Они будут, если что-то добавлять, то только новые войска. А всякий противный гринт ради еще 10% уйдет наконец-таки в прошлое. Итак, показали только два типа войск из 10, которые нам затизили. Вот здесь есть силуэтики, по ним можно, наверное, что-то понять. Механическая кавалерия. Все статы плюс 30%, когда они атакуют, так и солдат увеличиваются на 30%, а если их атакуют, их защита увеличивается на 15%. Если они проезжают на своих байках через defensive terrain, это типа всякие там леса кусты, стены и тому подобное. Когда их хп больше или равно 80%, они перемещаются дважды бесплатно. То есть это такая кавалерия, которая не очень сильно страдает от проезжания через лес. Что круто. Потом. Темпларчики такие. Все статы плюс 30%. Когда их атакуют, весь получаемый урон снижается на 20%. Если на них нет дебафа, то эти войска не умирают и воскрешаются с 20% хп. После того, как этот эффект срабатывает, до конца боя навсегда их хп становится меньше на 20%. Максимум один раз за добой. Вот такие вот интересные товарищи. Мне кажется, что в ПВП этого будет вполне достаточно для того, чтобы они получили широкое распространение. Даже если до конца боя они станут хуже, главное пережить первые атаки, а там уже дальше разберемся. Тут, конечно, надпись о том, что мы можем все изменить. Мы пока все тестим, но понятно. Дальше анонсировали еще более интересную вещь. Так называемый СП. То есть у нас есть герои R, SR, SSR, а будут еще герои SP. Это не совсем следующая эволюция, это скорее ответвление в сторону. То есть между SP-героем и его обычной формой можно будет переключаться. Для того, чтобы дать, вот, например, Элвину СП, у него должно быть замакшено сердце. По-моему, звезды тоже замакшены и нужно будет выбить специальный предмет, который даст ему э, возможность изменить его судьбу. Такой получается темный Элвин из, скорее всего, сюжетки с Эверлордом. Что там с Фрей вообще ничего не понятно, кроме ее арта, не показали ничего. Арт, конечно, шикарный. Э, тем временем статы при СП не особенно увеличиваются, а кое-где даже в основном уменьшаются. То есть это не обязательно улучшение напрямую. Это скорее другой альтернативный вариант. Тот же Элвин, например, становится конником и получает возможность там пяти мувов, дополнительной ходьбы и все такое. И в этой СП-форме у Элвина, например, меняется как его талант, так и обилки. И перед тем, как вступить в бой, мы можем выбирать используемый герой в СП форме или в оригинальной форме. Соответственно, в зависимости от этого будет меняться талант. Новые скиллы могут быть использованы в любой форме. Итак, что делает его талант нашего Элвина? Я тут нашла английский перевод. Когда мы атакуем, урон и защита плюс 25%, если союзников в двух клетках нет нашего Элвина нельзя будет убить одним ударом. Но это максимум один раз за бой триггерится. За каждую клетку, которую он пройдет перед боем, он перед боем похилит 20% хп. Если как минимум 4 клетки он этим пройдет, он еще и атакует первым. А, пассивка. Когда умирает союзник, отхилит 20% хп и получит эффект «Одинокий волк», когда тебя атакуют, отхилься на 30% хп перед боем и после боя на 30% нанесенного урона. Отхилься на один ход. Я бы не сказала, что я в прям бурном восторге от такого таланта, потому что, с моей точки зрения, какие-нибудь фишки типа Юски или Риана, которые не просто их отхиливают, а еще и дают им какой-то баф статов, это куда полезнее, чем то, что здесь написано. Ну да ладно. И у него еще появляется скилл. Вот этот вот. Кост его 2. Кулдаун 4. Когда используем, получи эффект. Специальное оружие Элвина. Вот это интересно, потому что это первый раз, когда их спецоружие вписывается в прям в скиллы. Шанс активации становится 100%. Если вы помните, то специальное оружие Элвина дает ему эффект, как часы и шанс этого эффекта 30%. Тут он становится 100%. На два хода получает иммунитет. После использования может подвигаться на три клетки и снова атаковать, ну как шивелри. Если этот юнит состоит из войск одного типа, то есть кони с конями, пехота с пехотой, может подвигаться на четыре клетки вместо трех. Когда это используется, с него бафы не спадают. Ну и, соответственно, после вот этого вот шивалри он, опять же, может что-то подействовать. Сразу обращу внимание, что кроме того, что возможность его эффекта прокнуть со 100% шансом, он, в отличие от Шивелри, не получает никаких бафов ни на атаку, ни на защиту, ни на что, ни на нанесенный урон. То есть я бы не сказала, что это полом ни в коем разе. Но, кроме всего прочего, Unlock этого SP дает ему доступ к единорогам. Он, он сам становится конницей, и у него появляются войска-единороги, что тоже очень приятно. И для того, чтобы это анлокнуть, нужно иметь 15, как они сказали, шардов этого героя. Пока не очень понятно, имеется в виду обычные шарды, которые мы фармим, или какие-то другие. Это мы, скорее всего, узнаем уже ближе к релизу. Благо, у нас с Китаем разница аж целые полгода. Это всякая непонятная комната для трофеев, которая нужна чисто для красоты, как я поняла из объяснения. Но в игру наконец-то добавляется куча разных интересных опций для гильдий. Можно будет разделяться на команды. Тут видно, что команды фракции принцесс, Елисов, Дарков и Реинкарнации, Глорики и протагонисты, метеоры и и стратеги. И еще империя вместе с Ориджинсами. Достаточно странная комбинация, но да ладно. В общем, мы отправляемся в экспедиции. Это тоже дает все те же самые гильд Point очки, которых на скриншоте 98 тысяч. И немножко разнообразит геймплей. Плюс они нам пообещали, что будет, во-первых, возможность до боя выбрать героев для гильдбитв. То есть Ваш сопортеец, я не знаю, здесь есть этот скриншот или нету, ваш сопортеец будет видеть, как именно, что у вас именно за войска взяты в бой. Сейчас я найду. Вот это будет выглядеть вот так. А, вот он экранчик, и можно будет выбрать, кого вы именно возьмете в бой. Это очень удобно для того, чтобы договориться, если у вас нет каких-нибудь мессенджеров где мы обычно всегда договариваемся, но и так намного более наглядно. Плюс к тому, как я понимаю, добавится наконец-таки возможность свайпать эти несчастные башни, которые уже всех замучили, которые все давно проходят на авто, потому что баджики все еще нужны, и нужны они каждую неделю, без этого никуда. Так что гильдварсы нам обещают облегчить, упростить сделать приятнее для игры. А, далее. А, тут вопросы про то, что не только СССР персонажи и даже не только СР персонажи будут получать вот эту вот возможность альтернативного героя, которая СП, они также рассматривают возможность давать это даже эркам, Uh, и еще для совсем-совсем ускоренного фарма, который многие делают по несколько, не знаю, десятков раз в день Аники, те же самые, они обещают сделать авто с ускорением больше, чем uh, двойным. То есть, прям совсем, чтобы все быстро-быстро бегало и быстрее фармилось. Опять же, большое спасибо, непонятно, почему они не сделали этого раньше. Uh, еще. Я не знаю, скорее всего, до нас это не дойдет. В Китае будет очень смешная коллаборация с KFC. А да, это KFC. Там будет скинчик на Лиану KFC-шную. А это очень смешно. Тут написано, что он, он идет с 31 августа по 20 сентября, если кому интересно. А потом, кроме всяких, я не знаю, как получить эту фигурку. Скорее всего, надо быть китайцем. Кроме всяких других плюшек, они пообещали, опять же, только в Китае, неизвестно, дойдет ли это до нас, специальную платную сумочку, в которой мы можем выбрать любого СССР-героя, вообще любого, которого мы хотим. То есть раньше у нас были возможности из этих сумочек вытащить одного из трех рандомно, как повезет. Наконец-то разработчики дошли до того, чтобы продавать героев уже на, на наш выбор. Я не считаю, что это круто. Я не считаю, что игра движется туда, куда бы ей стоило двигаться. Но меня никто не спрашивает. Ну и плюс это одноразовая акция, так что один раз можно вытащить какого-то одного героя, которого вам прям капец не хватает. Честно говоря, мне дико интересно, будет ли это касаться коллабов. Потому что если это будет касаться коллабов, и там будет сакура, то я прям буду страдать на максималочках. И еще то, что я собиралась показать в этой закладке они анонсировали. <сёк> Они анонсировали три новых скинчика летних. Ладно, я думаю, никто, кроме меня, не понимает, что они говорят, поэтому давайте замутим буду говорить я. У них, собственно говоря, лето. Через полгода у нас лета не будет, но тем не менее вместе с празднованием двух лет в ангрессера они возвращают старые скины в игру и добавляют три новых. Это все старое, соответственно. Ну вот первый новый скинчик. Это Лиффани. Это Мистер Найт. И Рэйчел. Вот так вот они выглядят для любителей скинов. Наверное, это крутые новости. Я к скинам отношусь довольно-таки прохладно. О, тут, кстати, видно, как выглядит э, иконка Лангриссера. Здесь написано «Отмечаем два года игры». Двугодичный юбилей, что-то такое. А, вот такие новости. Так что я думаю, что в будущем, в ближайшем будущем, нас ждут... Еще немножко спойлеров на тему того, какие другие войска ожидаются среди тех десяти, из которых нам показали двух. Какие еще скиллы там нас ждут. Что они думают насчет СП другим героям, потому что они пообещали там чуть ли не спросить мнение публики, а устроить опросы на тему того, каким героям больше всего нужен СП, по нашему мнению, по мнению коммунити. Будет все достаточно интересно. Короче, я уже хочу играть в эту 3.0 версию. Но, к сожалению, придется ждать целые полгода. Такие новости. С вами была Нерель. И всем пока-пока.